Друзья мои, 7 сентября в зале Библиотеки иностранной литературы я и Светлана Сурганова устраиваем концерт, все средства от которого пойдут в фонд доктора Лизы «Справедливая помощь» и будут направлены конкретно на эвакуацию больных и раненых детей из Донецка. В гражданской войне не бывает правых, и всегда огромное количество мирных жителей оказываются заложниками военных действий. Они нуждаются в помощи. А сегодня речь идет о детях. К сожалению, зал Библиотеки иностранной литературы очень небольшой. Желающие туда попасть могут получить приглашение на сайте Planeta.ru. Но основная аудитория, как я надеюсь, у нас будет в интернете. Мы будем транслировать этот концерт, и в интернете же будут приниматься ваши пожертвования. Мы очень на вас рассчитываем.